ребят, огромнейший подъем, короче. Ребята, это подъем 4-й категории. И мы его, короче, сейчас будем напрягать. Наш город вон там. Мы уже проехали нормально такое количество. А там у огород можно помидоров наворовать. Это, короче, движение вниз. Движение вниз будет, мне кажется, вообще охрененное, да? Оно будет прям... Ну, вообще, хотя бы можно, может быть, это враг как-то можно объехать. Так, ребятушки, мы преодолели подъем. Жесткий вообще подъем. И знаете что, мы опять едем вниз. Чикачу! Щекотка. 2,5, ребят, спуск, а потом подъем. 2,5, представляете? Вот это называется яху. Очень бодро. Я бы сказал, очень круто. Бля, аж пошли. У меня это, бля, слезы текут даже. Это просто дичайший спуск. Ты представляешь, сколько мы потеряли? Этого набора высоты. Короче, ребятки, это наш местный, так сказать, местный достопримечательность это, ребят. Тут, короче, фоткаются люди. Тут, типа, железная дорога, да? И она вся заросшая такая, нуаркой. И, типа, красиво, ло-ло, вот такие дела. Вообще, очень странный район. Он напоминает мне чем-то Кавказ. Ну, посмотрите, вылитый Кавказ, горы какие-то непонятные, ЖДшки, пустые дороги, я вот реально буду сидеть. И во враге вот в этом, там дома стоят, там гаражи были. Короче, вот реально похоже на мою родину. Короче, очень, ребятки, непонятная такая территория. И не сказать, что это как бы Самарская область. Потому что такого нигде нет. Там он вообще карьер огромнейший. Тут какая-то гора, там гора. Не, карьер вообще жесткий такой, туда да. Туда бы забраться. Да, вот туда и вниз. Ну как мы умеем? Я камеру уже включил. Я все выкинул, смотри. Слушай, хорошая у нас реакция, блядь. Вообще жесть. Короче, ребят, сейчас КамАЗ пролетел по этой дороге. Мы такие вслушиваемся, думаем, что за херня. Думаем, поезд несется, а им здесь похер, наверное. Здесь никто не ходит. Я, короче, рюкзак кидаю. Некий уваливает, упрыгивает оттуда. Я велосипед нахер кидаю. Короче, ребят, реакция есть, я думаю, у нас, да? Это было реально как поезд, у меня аж коленки дрожат. Адреналин. Короче, ребятки, приехали мы куда-то непонятно куда. Здесь вот дорожка прикольная, а здесь уже ворота. Вот мой велосипед, а там тропинка. Мы, короче, берем вот так, закидываем и несемся туда, вперед. Я отсюда съеду. Да. Женя, зря, ребят. Ох. Может, за руки возьмемся? Частники под горой, ребят. А там карьер. И карьер, кстати, до сих пор вырабатывается, слышишь? Офигеть. Вы, конечно... Да, ребят, но мы, конечно, тоже. Как бы. Смотри, какой уклон, как сюда поезда ездили. Смотрите, какой уклон. Это реально? Смотри, этот рельс какой-то широкий, это из-за нагрузки на него типа было, потому что сюда поезд свешивало. Смотрите, какой он широкий, с мои пальцы. А тут поуже. Давай обойдем строй. Не, ребятки, места, конечно, вообще балдежные. О, вон там, смотри, сколько этих капашек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, еще восьмая работает. Офигеть. Вообще жесть, да? Ох, бля, я застрял. Меня кто-то в лоб укусил. О, бля. Вот тут муравьев нет. Они кусаются просто. Нет прохода нигде. Нигде прохода нет. Все, блядь, колючки, нихуя не понятно.
Делали, да не заделали. Все, ребят. В каких-то мы непонятных жебенях. Ребят, если я застряну, прощай. У меня жопа не пролазит. Не кушайте. Мы можем найти эту дорогу, блядь. Где она здесь спрятана, блядь? Вообще неизвестно. Тут типа этих путей вообще, ну хоть жопой жуй, но нужных для нас нету. Этот вот он неезженный. Координаты где-то там внизу у дороги, блядь. Что это такое вообще? Наверное, все знают фильм «Поворот не туда». Вот мне прям сейчас аналогичное ощущение, что это «Поворот не туда». С юбилеем. Здрасте. Тип того. Ага. На гору? На эту? Да, на лысую эту. Чё ты там по этим, по путям вообще? Тупик, да? Ну там комбинат. А, понятно. Туда не пустят. Угу. О, лол! Смотри. Починил. Налево надо уходить. Короче, непонятно, ребят. Ничего. Ребятушки, у меня новый гидратор. Я бы сказал, новый офигенный гидратор. Вот он, глядите. Короче, открывается он вот так вот. Вот. Вот такой. Крутяцкий. У меня здесь клапан тут. Все как надо. Очень круто. Открывается он вот как карман. Это я тебе фокус показывал. Что делать? Не знаю. А она влезет? Я не умею. Зефирная палочка с молочной начинкой. Ну, углеводы. Смотрите. Мясо с зеленым горошком и морковью. Мясо. Галеты. Мясо с галетами. Два яйца и чай. А чай заварить не надо. А чай заварить не надо. О, смотри. Под мостом голову. О, видишь? Бабам. Грязные-то мы оба, а снимаешь только меня. Я себя тоже. Я ложку взял, а котелок не взял. Смотри, сейчас покажу. Ребят, хотели сегодня чайка сделать, короче, ну чтоб по душе было, да? Мне надо было взять с собой горелку, котелок, газ, а я, короче, ничего не взял, зато ложку взял. А ты вот это такое когда-нибудь видел? Только на видео. Закладывайте. Угу. В пищеприемник. Угу. Да? И горошку смесим. Бля, ребят, прикольно. Я такое мясо никогда в тушенке не видел. Такое качественное. Смотрите, какая штука вообще. Непонятная. Крутая. Мягкая вообще. Бля. Слушай, прикол. На чокопай начинку похоже. Касатики, ребятушки. Значит, с тем такая. Пробили колесо. Вот колесо. И так сказать, с почином. Главное, есть камера с престой. Это, мне кажется, вообще самая главная вещь. А там, наверное, у тебя дырка для никеля меньше, чем обычная, да? Просто мы, ну, довольно-таки далеко от дома и как бы, да. Короче, изоленту нашел. Накачиваем камеру, короче, обматываем ее изолентой. И, по идее, должно хоть чуть-чуть да помочь, да? Мне кажется, оно должно меньше спускать, чем обычно. Угу, угу. Жесть вообще. Прикол, да? Главное, чтобы она ехала, держалась. Короче, вот такие дела, изолента. Вот, короче, сейчас там у нас камера, обмотанная изолентой. Мне кажется, вообще гениальный план. Должен работать. Ну а что, блин, вы находитесь там в 25 километрах от дома, в каких-то жебенях, непонятно. Приходится. Ситуация у нас какая? Никита у нас едет на изоленте. Сейчас у нас 2,5 километра подъема. Время уже 6 часов вечера. Но это не важно. Если хорошо подумать, то поездка как бы интересная вышла. Ребят, залезем? Ой! Я бы туда залез.
Кто бы мог подумать? Некит, ты где? Тут страшно. Я вон тебя вижу. Здорово. Залазь давай. Представляете, да? ЖД проходит на такой высоте. Типа от холма до другого. Это, конечно, вообще жесть. Теперь, короче, надо спуститься. А это очень неустойчивая херня. Ребятки, как все это делать? Мне вообще не ясно. Тут этаж пятый, наверное. Да. Четко. О, бля! Опачки! Калории? Не, ну спуск зачетный, конечно. Шо? Ну все, ребятки, мы поднялись. 2,5 километра подъема преодолено. Такие, в общем, дела. Едем домой. Балдеем. Че? Бля, спуск, ребята, я не представляю, как это круто. Че, как поступим-то? Санек? Интересный вариант, да? Нет, или да. Давай. Вообще. Мы ехали быстрее машин. Что за херня? Давай на асфальт. Ребят, делаем пробку вообще. На месте. Такие, ребят, дела. Камера у меня села, вот, снимаю с руки, с третьей старой камеры, стабилизации на ней нет, так что такие дела. Пробку мы объехали, просто унизили, ну унизили водителей по сущности, а теперь отдыхаем, это круто. Страшно, Все, мы дома, короче, это наш дом, великолепный. Мы чуть подустали. Да нет, а дальше? Но мы дома. Кстати, мы приехали до наступления темноты.
что не может не радовать. Абсолютно. Время 8 ровно. Время 8 ровно. Доехали очень бодро. Было круто, я считаю. Получилось, короче, как обычно. Хотели, как всегда, а получилось еще круче. Все, короче. Я... Стоять. Видите, муравьи обедают. Так что всем приятного аппетита. До скорых встреч и спасибо, что покатались с нами. Вот.